Всем хорошки, с вами Амбрелла, и мы продолжаем идти по кровавому следу, и дверь с нами просто закрылась, и назад нас не пускают. Печально, скажете вы, но... А что делать? Это хоррор. Конечно же, закрыто. Почему тут все закрыто, люди? Да пошли вы вызывать. Шансы не дали. Идиоты. Так. Я так поняла, они за мной, да? По моей душе пошли. Так, они где-то бегают. Я ничего не страшно. Все, дальше хода нет. Ах ты, ёб твою. Они куда-то ушли. Документы. Давайте на всякий случай сядем, потому что они могут ходить где-то рядом. Это будет очень плохо. Там кто-то ходит. Люди. Люди там ходят кто-то. Так, батарейка. Ну, конечно же. Я научилась искать батарейки, ребят. Представляете? У меня теперь целых 5 батареек. Обалдеть можно. Стоп. Я с прошлой серии батарейку не меняла. Откуда у меня целая батарейка? Я поняла. Если у меня остается... Я нашла баг в игре, прикиньте. Если остается, короче, красный заряд батареи, батарейка почти на исходе, можно перезайти в игру просто. Если я правильно поняла, конечно. Это было бы очень забавно. А где он ходит-то? Может, там где-то? Или там? По-любому там где-то ходит, да? Блин, не страшно. Нам показывают, что нам туда. Я там кого-то слышала. Понимаете, в чем дело? У нас тут ничего, у нас тут нету, да? Нету. Ох ты, ё-моё, откуда мне здесь карту доступа? Как всегда Сири начинается с того, что мне надо что-то найти. Почему? Это видели, да, сейчас? Он только что оторвал ему башку. Карта доступа. Побежали отсюда быстрее. Так, тихо. Да, у нас тут. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Это рекмету, конечно же. Выбирайтесь через душевую. Я, блин, куда по-вашему зашла? Это же фрагмент из моей нарезочки. Твою мать, ты откуда вас? Они же с двух сторон. Это как вообще? Как мне надо было выбираться?
Надо было проскочить мимо того жердяя. Глаза дала. Что мне нужно было сделать, мать вашу, ну вы чего? Ясно. Побежали, там было окно открытое. Да вылазь ты быстрее. Хух. Конечно, сарказм. Что это еще? Блин, на сердце колодится, ребят. Он прошел, нет? Он прошел, нет? Я не знаю, просто я не в курсе. Вот это глаза, да, тварь. Так. Здесь никого нет, я надеюсь. Особо искать времени нет, но я посмотрю быстренько. Так, отлично. Так, хорошо. Мы сами вышли. Ты можешь не топать, я тебя очень прошу. Переставлять свои тапки ты долго будешь. Так, давайте туда сначала пройдем. Нифига, наверное, там нету. Типа лифт. А там наверняка что-то есть. О! Ё-моё, блин! Быстрее, 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 полезли отсюда. Вот это было сейчас вообще экшово. Побежали, побежали, побежали. Куда ты бежишь, дурак? А не сюда. Ёб вашу мать. Быстрее. Я прямо к нему полезла. Какого хрена? Блин. Залазь быстрее, быстрее, быстрее. Нет. Куда мне бежать-то надо было? Тварь голозадая, реально. Побежали отсюда. Быстрее, 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 быстрее. Так, главное не ломиться от дверь секьюрити. Самое главное, понятно всем? А куда тогда? Вот туда, точно. Фак, да вы что, прикалываетесь, что ли? Твою мать, нет, 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 быстрее, 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 быстрее. Что это сейчас было? Какого хрена? Что происходит? Так, мясо, мясо. Ну, зато мягкая посадка, хорошо. Фу. Ах ты, ёб твою мать. Угораздило ж меня на ночь это поиграть-то, ё-моё. Мне что-то жопа голая снится будет сегодня. Что вы делаете со мной? Тихо, 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 тихо. Обходной путь, обходной путь. Давайте дома идем. Бляха, он где-то здесь. Он что, за мной спустился? Сука, он за мной идет. Нет! Отстань, отстань, отстань от меня! Фу, дурак, отпусти меня! Какого хрена? Отстань, отстань, отстань! Пошли, пошли, вставай, блин, быстрее, пошли отсюда! Пошли, 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 пошли! Да быстрее ты, господи, шевелись, ну ё-моё! Да это нереально от него убежать просто! Пошли, 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 быстрее, быстрее, пока не двинули меня по голове! Быстрее, выходи отсюда! Ты выходишь, не... Он меня зажал, все видели. Так, он спускается с лестницы. Значит, мне нужно быстренько спрятаться под любую кровать, правильно? Давайте пошли сюда, быстрее, 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 быстрее. Вот сюда. Господи, что ты делаешь? Давай, залазь. Они не закрываются.
Вот в чем попадутся. Они не закрываются, ребят. Давай спускайся, сволочь. Я пока выключу. Я-то услышу, когда он спустится. Или нет? Или да? Навострили все ушки. Блин, ну так-то вроде никого нет. Сейчас же вылезу, будет. Где его искать? В смысле, зачем мне его искать? Мне надо выход найти. Ага, слышу. Надо было просто к лестнице подойти. Почему ты сразу сюда идешь? Ну, нифига, не сразу. Пойдемте, короче, на лестницу, откуда он спустился. Он так в темноте не видит, по идее. Так. Полезли отсюда нафиг. От этого придурка. Может, сюда? Нет, тут камера. В смысле, он ко мне, что ли, залез? Ах ты, ёпта, твою мать! Спускайся, быстрее слазь! А как он узнал, что я на лестнице? Да ё-моё. Ух ты, ё-моё, а где мне искать выход? А я видела, как он сейчас спустился, кстати, без ночного видения. Блин, вообще не прикольно. Давайте посидим, пока подождем, я подумаю. Батарейка как раз сядет, свеженькую поставлю. Блин, вот это жопа. Это реально жопа. Где это сволочь? О, он ходит, вижу. Давай, вали на лестницу. На лестнице мне ловить точно нечего. Нужно выход найти внизу. Только какая дверь, я не помню. Хотя это, опять же, не факт. Как он, зараза, меня засек наверху? Каким боком? Ребятушки, каким? Понимаете, в чем прикол? Если он меня заметит... Давайте сменим батарейку, ладно. Не будем мучить его. Если он меня заметит, то мне на первом этаже от него не скрыться. Потому что он будет следить за мной очень долго. Тихо. Тихо. Заметит, не заметит? Может, здесь чего-то куда-нибудь, а? Найдите обходной путь. Они пошутили, что ли? А, внизу тоже прятаться можно, кстати. Так, это все хорошо. Только, блин, куда ж мне идти? Пошли, 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 спрячемся. Быстрее, 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 быстрее. Где он? Ага, он идет, вижу. А вали ты на второй этаж, слышь, чувак? Или все-таки на второй этаж не надо, чтобы выйти? Помните, там было... Была дырка в одной из камер. Давайте эту камеру найдем сейчас. Мало ли, может, там эта дырка до сих пор есть. Мы тогда сами выберемся, и все будет отлично. Давайте попробуем сюда. Ничего, тут ничего нет. Блин, сейчас все батарейки потрачу. Фух. Нет, значит, второй этаж. Потому что больше дверей других я тут не вижу. Короче, надо его напрятаться. Сдохну, значит, сдохну. Пойдемте на второй этаж, блин, он там стоит.
Он стоит там. Кровавый след, да? Что там говорили про кровавые следы? Нет, не пойдет, не прокатит. Чё ты там стоишь, придурок? Знаешь, мне туда, да? По-любому мне туда. Блин, долбаная батарея. Вышел бы ты оттуда, тип. Ой, ну только не ко мне, пожалуйста. Не-не-не, тебе показалось, иди лесом. Лесом иди. Спасибо. А ты твой, нет! Нет. Да пошел ты нафиг, все, я ушла, ушла, все, меня тут нету. Конечно. Блин, куда мне идти? Значит, мне на второй этаж, все понятно. Он спустился с небес со второго этажа, значит, мне туда надо. Все, пойдемте отсюда. Все, он сейчас спускается, короче. Хорошо, что батарейки обновляются заново, то есть с 5 батарей, как я начинала. Сейчас он придет сюда, потом идет отсюда, и мы пойдем сами наверх. Вот, гениальная стратегия. Где он? Это толстая жопа спустилась, нет? Вот, вон он пошел. Все, пойдемте, пора. Надо только сильно близко к нему не бегать, но он скотина меня слышит. Вот это очень большая беда. Так. Потому что больше обходных путей я не вижу. Не вижу я обходных путей больше. Так, мы пошли расходили направо. Теперь давайте пойдем налево. Закрыто. Что так шумишь, дурак? Закрыто все. О, опачки. Так, он на лестницу поднялся. Да тут все равно нифига нету. Что там происходит? Угу, привет, чувак. Здесь выйти-то некуда. Давайте дождемся, пока он по лестнице свалит. Пойдем на другую сторону. Ну блин, а почти все двери уже проверила, а тут некуда идти. Вообще некуда. Как хорошо, что он слепой. А, стоп! Тут есть ход дальше. Дальше-то мы не были. Вот, точно, смотрите. Я не поросенок, слышишь? Я тебе не свинья. Ах ты, ё-моё. Он же сюда придет. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, ёшки, нет. Ты меня не видел, ты меня не знаешь, я с тобой вообще не знакома, отвали от меня. Ты что, реально не заметил, что я сюда полезла? Ой, да ладно. Слушай, как хорошо, что у него цепи на ногах, блин, его слышно хорошо. Блин, да куда мне? Значит, внизу. Я больше ходов-то не вижу. Ребят, ну ты не смешно. Ну куда мне? Ну куда мне? Скажите, пожалуйста, куда? Подскажите, куда мне идти? Стоп, он пошел. Он выломал мне дверь. Мне туда, блин. Знаете что? Давай, вали, вали оттуда. Ага. Ой, шикарно, блин, вот же был выход. Все это время выход был здесь, оказывается. Все, прекрасно. Мы его нашли. Блин, быстрее, 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 сюда, сюда, сюда. Мы нашли выход, это прекрасно. Что теперь дальше делать, прям не знаю. Ну как нашли выход? Мы нашли, как свалить от него.
Как, ну, в принципе... О, сохранение, это хорошо, это очень хорошо. Так, душ. А там дополнение какое-то есть, давай. Твою мать! Я не полезу туда. Видимо, придется, потому что... Уйди отсюда! Ты дебил! Ты дебил! Ты конченый дебил! Зачем так людей пугать? Пипец, блин! Обосраться ж можно. Ну там закрыто по-любому. Так, что там происходит? Это не он там ходит? Там верзилы сходят, да, по-любому? Или это заключённое? Нет, это заключённое. Но заключённое — это не страшно. Ну, относительно, конечно же. Конечно же, всё относительно в этом мире, но... Господи. А, нет, у меня ничего не чешется, у меня... Ладно, помолчу. Фу, господи. Так. Короче, в чем прикол? Ты пока ищешь батарейки, ты штук 10 потратишь на их поиски. Не надо мне ничего помогать чесать, чувак. Отстань, отстань от меня. Да вы можете замолчите, а сейчас нас всех тут спалят и всем будет хорошо. Блин, все одно и то же. Просто чтобы прятаться, да? Блин, а куда мне? Наверное, наверх по-любому. Фу, блин, он меня пугает. Он ходит. А я при чем? Я вообще как бы не при чем. А ты что тут делаешь? А, иди отсюда! Почищите себя сами. Блин. Батарейку смени, но в самом деле. Чешутся у меня, блин. Я бы сказала, что у вас там чешется, блин. Я при чем? Ой, так. Блин, все закрыто. А что мне делать-то? Ну что, да, не допрыгнет. Конечно, не допрыгнет. А там есть лестница, кстати. Кстати говоря. Сейчас он меня схватит, да, по-любому? Конечно же, меня сейчас схватят. Потому что я иду спиной к клетке придурка. Да ладно, нет, что ли? Оп! Отлично. Так, что у нас тут? Витнес. Что такое витнес, я не помню. Помните, в самой первой серии чувак на унитазе сидел, там было сзади него написано витнес. Что это значит? Надо будет погуглить. Ну, конечно же, здесь закрыто все. Давайте наверх поднимемся, глянем, что там. Так. Да какой я шелковист, ты слышишь? Обосранная кровать. Жесть. Фу. Ты что, охренел, что ли? Отстань от меня! Уйди! Уйди от меня, придурок! Блин, да что тверзила, да? А что мне с ним делать-то? Hey,
То что мне с ним делать? Да уйди отсюда, достал ты меня уже. Драться-то я с ними не могу, к сожалению. Блин, а куда мне идти тогда? Что мне с ним делать? В упор не понимаю. Заканчивается третья батарейка. Там где-то ход еще был вроде. Просто я не рублю за дело. Ну, как всегда, в общем-то. Ход есть, но надо понять, где он. Никого тут нет. Так, я отсюда... Нет, я не отсюда пришла. Не сюда. Ну, только не хватайте меня, пожалуйста. Ну, конечно, да. Но я знала, поэтому не испугалась. Пошел в пень. Я знала, что он меня схватит, я уже говорила. Так что... Не удивляйтесь, почему я не испугалась. Я знала и ожидала этого. Так, отлично. Какой ужас. Ну ты-то не ори, пожалуйста. Так, отлично. Сохранение есть. Так, хорошо. Вот он, кровавый след. Ну что же, а куда приведет нас кровавый след следующий? Боже мой. Куда нас приведет кровавый след на этот раз? Вы узнаете в следующей серии. Я капец как заговариваюсь уже, ладно. Вы понимаете почему. Так что, все поняли, все увидели. С вами была Амбрелла. Всем удачи в играх, всем до встречи.